говорит». Приветствую вас, друзья, в эфире программа «Библия говорит». Значит, вопрос, какую роль синагоги играли в библейской и особенно в новозаветной истории? Я бы хотел ответить на этот вопрос, начиная с удивительного факта в Божьей истории, который принято называть божественным провидением. Бог удивительным образом сочетает множество факторов, собирая их в одну великолепную картину. Иногда эти факторы, они достаточно негативные или, так скажем, выражены в мрачных красках. Наверное, самой большой трагедией израильского народа было вавилонское пленение, когда Бог, наказывая Израиль за их грехи, рассеивает израильтян, сначала переводит их в Вавилон, а позже, когда Бог допускает Медо-Персидское царство, дальше греки, македонцы приходят, после этого римляне, иудеи в результате рассеиваются по всей территории тогдашнего цивилизованного мира. Но вот здесь есть одна очень интересная деталь. Когда иудеи рассеивались по разным землям, они не теряли своей идентичности. В этом особенность Божьего народа. И они не просто не теряли своей идентичности, а они собирались вместе. Слово «синагога», кстати, в переводе означает «собираться вместе». Они не просто собирались вместе для того, чтобы посудачить, поговорить о чем-то. Они собирались вместе для того, чтобы сохранить веру. Они хранили копии Ветхого Завета. Это были свитки тогда. И по субботам собирались в синагогах для того, чтобы читать Ветхий Завет. Для того, чтобы передавать Божий закон своим детям. Как я уже сказал, начало этого явления было еще в Вавилоне, то есть за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа. Но в результате, в момент того, когда Христос начинает служение, мы обнаруживаем очень интересную, развитую структуру иудаизма по всему цивилизованному миру. То есть во всех местах находились как бы представительства иудаистов или иудеев. Во всех местах, где было скопление иудеев, там был или молитвенный дом, если там было меньше 10 евреев, или же, если больше 10 евреев, то была синагога, полноценная синагога. В результате получается интересная картина. Помните, когда в день Пятидесятницы собираются люди, и там перечисляются с самых-самых разных мест Римской империи? Звучит весть евангельская, апостол Павел, Петр проповедует. И потом эти люди уходят к себе домой. И куда они идут? Они идут в синагоги. Они идут в те места, где люди уже знают закон, они знают пророчество о Мессии. Вот почему, когда апостол Павел ходит и проповедует, куда он приходит? Он приходит в синагогу, там уже подготовленная почва. Там люди, которые понимают, что такое Ветхий Завет. Там люди, которые знают о пророчествах, связанных с Мессией. Таким образом, Бог задолго до пришествия Иисуса Христа приготовил развитую сеть представительств иудейского народа в самых разных местах. Это сделало возможным практически мгновенное или очень быстрое распространение христианства по всему лицу земли. Эта синагога, в которой мы находимся сейчас, она была построена в IV веке. То есть, скорее всего, и в то время, когда весть евангельская проповедовалась, и в то время были люди, которые собирались и которые дорожили тем, что Господь сделал для них. Она стоит на том месте, где была когда-то вот под нами первая синагога, синагога в Капернауме, куда приходил Иисус Христос, и где Он проповедовал, и где, мы знаем, Он творил чудеса, и где Он прощал грехи. И вот в этой синагоге или вокруг нее и проходила вся та активность, когда приходили люди из Иерусалима для того, чтобы каким-то образом подвергнуть критике то, что делает Иисус Христос. Одним словом, синагога – это Божье изобретение, которое сыграло значительную роль в деле распространения Евангелия.